Всем привет! Вы на канале «Из Эстонии с любовью». Сегодня купила вот таких вот птичек. Вот 4 птички. Ну вот, на килограмм. Это перепелки. Перепелки хуторские, то есть свойские. Никогда не готовила, но попробую что-то с ними придумать. Я их разрезала вдоль грудки. И вот такие вот они еще жирненькие. Тут жирочки. Жирочки убирать не буду. А вообще они вот такие вот. Меньше, чем ладошка. Вот такие маленькие. У меня есть вот такая приправа для курицы. Я ею посыплю этих перепелок. И коли ни сегодня, ни завтра мы их пока готовить не будем, я их завакумирую. И уже через несколько дней приготовлю. А вам покажу, чего сделала с ними. Вот я их положила в вакуумный мешок. Теперь вакууматор. Ставим на то, что они все-таки влажные. И... Открываем. Запаяны. Сейчас они едут в холодильник, а там время будет, мы их приготовим. У нас сегодня Янов день. И в Эстонии в этот день принято жарить шашлыки. Ой. Поэтому я вот этих перепелочек, которых когда-то специями посыпала и завакуумировала, сейчас буду готовить. И буду готовить, видимо, на гриле. На мангале. Муж сегодня работает, поэтому я на хозяйстве. Мангальчик я уже развела. И вот таких вот маленьких перепелочек я буду делать их в фольге. У нас стоит страшная жара, 38 градусов сегодня в доме. Но сейчас на улице был немножко ветер, думали, что пойдет дождь, гроза. Ничего не было, поэтому я развела мангал и перепелок буду делать на мангале. И решила в фольге, потому что думаю, что так они быстро сгорят, они как голуби. Еще сегодня в магазине купила вот такие вот. Ну, на таких что-то никогда не готовили. Потом попробую, может, да поджарить как бы на ней, когда она запекется в фольге. Не знаю, не готовила. Там уже, наверное, муж приедет, разберется, что делать с такими штуками. А я вот так вот сделаю 4 перепелки. Думала, это не смогу сегодня... Ни огонь развести, ничего. Ну просто жара. Невозможно. Это какой-то кошмар. Все вянет, все сохнет. Соседская собака. Или там разошлась. Вот. И вот я вот так сейчас замотаю это все. В таких конвертиках. И пойду жарить. Посмотрим, что получится. Ну, перепелочки так-то вот жирненькие. Они вот тут вот жирочком. Так что, думаю, будет вкусно. И салатик сделала. Ну вот я их 4 штуки сделала. Что за праздник Янипяев, я, честно говоря, не знаю. Его каждый, ну, в Эстонии это как государственный праздник считается. 2 дня выходных. Это 23-24 июня.
Ну вот Яна в день, я не Пяев. В этот день принято жарить шашлыки. Я знаю, в Украине раньше у бабушки, там 7 июля был день Ивана Купалы. Вроде как бы день, когда должен этот папоротник расцвести. И в этот день мы все обливались водой. Здесь водой никто не обливается, вот этот я не Пяев. Но все жарят шашлыки. Поэтому мы тоже будем сегодня жарить шашлыки из перепелок. У нас на даче на кухне 38 градусов. 38. Я сегодня вот такими всякими старыми шторами, какими-то тряпками завешала окна, чтоб совсем никакой свет сюда не попадал. И все равно вот 38 градусов. Мы не можем ничего готовить, потому что жара стоит страшенная. Ой. Вчера даже в магазине уже покупали готовую еду. Пюре готовое. Потому что я мужу говорю, я даже окрошку ничего делать не могу и не хочу, потому что надо яйца варить, картошку варить. И вот такую красоту я на кухне понавертела сегодня. В общем, и все равно 38. К нам движется или ураган, или гроза, но что-то движется, закрывает небо. Может быть, жара спадет, то у нас кошмар. Просто невероятно, как жарко. Тут говорят, в Таллине и в Марду дождик полил. Я тут сижу, прям обзавидовалась. Плюс 38 в помещении с вентилятором. Сейчас так похолодало, я даже вышла на ветерок. А по небу вот что-то ползет. Вот. Ползет. Сейчас или громыхнет, или рванет. Да, теплицу закрыла с двух сторон, чтобы не унесло вместе с помидорами. Ну и все. И ничего и не было. Ветерок подул, попугал. Погремело где-то вдалеке. О, расползлось. Зря я только бегала, теплицу закрывала. А на закусочку мы сделаем сегодня такой вот помидорчик. Помидорчик я этот купила. Хотя у меня, конечно, уже есть свои, но они еще как бы, ну, не такие большие. Вот. И я вот порежу вот так помидорчик. И сейчас на него чего-нибудь сверху вкусненькое положим. Положим и вкусненькое вот что. Хотя мы не любители майонеза, но вот тут вот он с этим помидорчиком как раз будет вкусно. Смотрите, в Эстонии есть какой майонез. Махеев. Увидела. Выдавила майонез. Вот здесь вот в блендере взбила чесночные стрелки и немножко соли. Вот. Вместо чесночка сюда же сверху так вот положу. И сверху вот тертым сыром присыплю. И вот такой вот закусончик. Можно это было, конечно, все перемешать и намазать как-то. Но я не буду. Я вот так вот, по-простому. У нас же сегодня походный вариант. Мы на даче делаем шашлык. Перепелки. Поэтому вот. Вот одна закусочка у меня вот такая вот готова. Вот. Должно быть вкусно. Вот я сама тут мангалю. Вот такая перепелочка в фольге получилась. Тут вот 4 их штучки мы сложили.
Сейчас будем пробовать.